Берем себя за ягодицы, смещаемся к локтям. Ноги. Попа качаем. Руками отталкиваемся от таза. Руки в замок, голова вверх вперед. На выдохе. Вдох чуть назад. И снова вверх вперед. Вдох чуть назад. И снова вверх вперед. Затылок вниз. Руки вдоль тела, подмышки открыты. Глаза закрыты. Называя участки тела, мы их чувствуем в себе. Почувствовать какой-то участок, значит его расслабить. При переходе к следующему участку тела, нужно забыть про предыдущие. И он словно растворится в окружающем пространстве. Из него уйдут напряжения, придет покой, чувство приятного расслабления и энергетической наполненности. Чувствуем кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. Мысленно порастирали и попощипывали кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. И даже попокусывали, попокалывали кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. В своем сознании мы окрашиваем кончики пальцев рук и кончики пальцев ног в теплый, приятный, едва уловимо пульсирующий, золотисто-белый солнечный свет. Позволяем кончикам пальцев рук и кончикам пальцев ног стать одним целым с окружающим нас, морем энергии, океаном силы. Раствориться в окружающем нас пространстве. Чувствуем пальцы рук и пальцы ног. Основание пальцев рук и основание пальцев ног. Подошвенные части ступней и внутренние стороны ладоней. Голеностопы и тыльные стороны кистей. Лодыжки и запястья. Ноги от лодыжек до коленей. Руки от запястья до локтей. Ощущаем колени и локти. Ноги от коленей до тазобедренных суставов. Руки от локтей до плечевых суставов. Ощущаем тазобедренные суставы и плечевые суставы. Подмышки и паховые связки. Чувствуем всю нижнюю поверхность тела в соприкосновении с ковриком и полом. Боковые стороны тела. Переднюю и верхнюю сторону тела, соприкосновение боковых сторон тела, передней и верхней стороны тела и воздуха вокруг нас. Чувствуем всю нижнюю поверхность тела в соприкосновении с ковриком и полом. Ощущаем копчик и макушку. Крестец и затылок, поясницу и шею, область почек и область лопаток, область надпочечников и область между лопаток, позвоночник. Позвоночник снаружи, позвоночник внутри, позвоночник в глубине, позвоночник в середине, позвоночник в самой сердцевине, позвоночник по всей длине. От копчика до макушки, от макушки до копчика. Чувствуем в себе позвоночник. И это позволяет именно тебе прямо сейчас.
полностью освободиться от всех остаточных напряжений, освободиться полностью, полностью освободиться, для того, чтобы лучше расслабиться, потому что расслабиться лучше, глубже погрузиться в покой, покой сознания, телесный покой, покой окружающего нас, море энергии, океана силы. Полностью освободиться, лучше расслабиться, глубже погрузиться в покой. Глубже погрузиться в покой, лучше расслабиться, полежать, расслабляясь и улыбаясь. Лежишь, дышишь, расслабляешься, улыбаешься. Чувствуем всю нижнюю поверхность тела в соприкосновении с ковриком и полом. Боковые стороны тела, переднюю верхнюю сторону тела, соприкосновение боковых сторон тела, передней верхней стороны тела и окружающего нас пространства, моря энергии, океана силы. Чувствуем копчик и макушку, промежность и кожу головы, лобковую кость и лоб, половые органы и межбровье, пупок и горло, основание ребер и ключицы, ребра, левый бок, спокойные, равновесные удары сердца. Правый бок, отголоски спокойных, равновесных ударов сердца. Середина, грудь, свободное, естественное, равномерное дыхание. Из груди внимание в живот. В животе тепло и темно. Теплую темноту в глубине живота окрашиваем золотистый свет. С каждым очередным выдохом теплые волны приятных ощущений растекаются из глубины живота по всему телу, принося с собой ощущение теплой золотистой наполненности, целостности, однородности, ощущение спокойной уверенности в себе и своих силах, чувство радостной умиротворенности. Лежишь, дышишь, расслабляешься, улыбаешься. Позволяешь сознанию нырнуть в тело, словно в теплое бархатистое одеяло. Ощущением тела слиться с восприятием окружающего пространства, чтобы взамен чувствованию тела пришло ощущение едва уловимой пульсации естественного дыхания. Лежишь, дышишь, расслабляешься, улыбаешься, наслаждаешься наступившими внутренними тишиной и покоем, позволяя себе позволить себе же еще немножко полежать, расслабляясь и улыбаясь. Лежишь, дышишь, расслабляешься, улыбаешься, позволяя себе позволить себе же еще немножко полежать, расслабляясь и улыбаясь. You're
тело исполнено покоя и пока лишено движений. Исполнено покоя, лишено движений. Сейчас ты готовишься, пока еще только готовишься к возвращению в нашу привычную, бытовую, повседневную реальность, к своим естественным, привычным для тебя ощущениям. В это тело, в это место и в это время. Отдохнувшим и наполненным жизненными силами, восстановившимся буквально на клеточном уровне, полноценно усвоившим все полезные воздействия проделанных оздоравливающих упражнений и развивающих техник. Когда ты вернешься, твое сознание будет чистое и ясное. Чистое и ясное. Чистое и ясное. Голова светлая и легкая. Светлая и легкая. Светлая и легкая. В теле начнет ощущаться прилив жизненных сил и бодрости. Жизненных сил и бодрости. Жизненных сил бодрости. Настроение будет прекрасное, самочувствие великолепное. В теле у тебя обязательно начнет ощущаться. Начнет ощущаться у тебя обязательно. Обязательно у тебя ощущаться начнет освежающий прилив жизненных сил и бодрости. Это хорошо, это правильно, это приятно. Сейчас ты уже полностью готов к возвращению в нашу привычную бытовую повседневную реальность, отдохнувшим и наполненным жизненными силами. Возвращаясь к своим естественным, привычным для тебя ощущениям, отдохнувшим и наполненным жизненными силами, начинай шевелить пальцами рук и пальцами ног. Шевелишь, 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 шевелишь. Шевеля пальцами рук и пальцами ног, ты чувствуешь, как эти шевеления ощущаются телом, воспринимаются сознанием, и все это одновременно телом и сознанием, сознанием и телом. Переставай шевелить пальцами рук и пальцами ног. Выполняй глубокий, полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий, полный вдох во все тело. И выдох по всему телу. Глубокий, полный вдох во все тело. На выдохе чувствуешь глубину себя. Спокойно дышишь. Спокойно дыша, глаза открывай, левую ногу сгибай и потихонечку ложись на правый бок. Обе руки под голову с правой стороны. Левую ступню простирай правую от пятки к мизинцу, чувствуя, как эти растирания ощущаются телом, воспринимаются сознанием, и все это одновременно телом и сознанием, сознанием и телом. Перестаешь растирать. Глаза открыты. Наблюдаешь за своим сознанием, чувствуешь организм. Ощущаешь, что нового появилось самовосприятие после выполнения всех наших оздоравливающих упражнений и развивающих техник. Постарайся вспомнить все занятие, новые моменты, новые техники, почему-то запомнившиеся и вспоминающиеся тебе сейчас. Как будто ты смотришь занятия в ускоренной записи. За минуту тебе надо просмотреть его все. Что уж вспомнишь, что вспомнишь. Так все техники лучше усваиваются и пользы приносят больше.
Минута. И раз. Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шестьдесят. С возвращением. Потихоньку присаживайся и немножко посмотри по сторонам. Чувствуй себя здесь и сейчас. В этом теле, в этом месте и в это время.